Вооруженные топором преступники ночью ограбили магазин в центре Хабаровска. Устроив погром в торговой точке, они унесли выручку. ЧП произошло в жилом доме на Ленинградской улице, где на первом этаже располагается круглосуточный продуктовый. Сигнал о нападении пришел в полицию в половине третьего ночи от сотрудников ЧОПа, приехавших сюда после срабатывания тревожной кнопки. Преступников они уже не застали, поскольку нажала на кнопку продавец после ухода преступников. А раньше у нее это сделать возможности не было. В момент нападения 46-летняя женщина на находилась в подсобном помещении, занимаясь сортировкой товара. В зале находился охранник, который стал первой жертвой налетчиков. Ворвавшиеся в магазин сообщники с топорами в руках разделились. Один сразу начал искать деньги, а второй занялся нейтрализацией персонала. Они зашли, один сразу вот на кассу прыгнул, а второй там у нас охранник в уголке сидел, он сразу на охранника напал. То есть он его положил сразу на пол, этим топором махал перед ним. И девочку нашу тоже... Он, получается, как перескочил сюда и ее забрал. Налетчики, лица которых скрывали медицинские маски, вели себя словно слоны в посудной лавке. Они зачем-то разбили холодильник с пивом, расшвыряли выставленный товар и повредили некоторые продукты. Внутри они провели минуты три, забрав всю выручку – порядка 20 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, заявленный ущерб составил 57 тысяч рублей. Прочесывание безлюдных улиц результата не принесло, нападавшие по горячим следам не пойманы. Вероятно, они скрылись на машине, быстро покинув район поисков. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Место происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.